специалисты-трактористы едут. Этот, коробка навернулась, одна скорость. На задней едет. Так, приехали на место. Сейчас посмотрим, что здесь творится. Что здесь творится? Обстановка. 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 Обстановка, обстановка. Да, трос-то у вас шикарный. Да. Он говорит, так-то не застрял, но... Сейчас. А вы буксовать-то пробовали вообще, нет? То есть они, вы пробовали, они крутятся, да? Удачненько. Удачненько. Ладно, что тут смотреть надо? Гош, завести его хотя бы. Ну, наверное, телегу отцеплять надо. Ага. Сейчас. Давай его заведем сперва. Нихуя, да? Не-не-не. Подымай, кун, подымай. Тут-то надо ходу. А он на пониженной все едет. Не-не, так можно встрять. Пятую, шестую, блядь, чтобы проскочить нахуй, да и все.
длинная чалка-то, нет? А сюда. Тогда вдвойне ее, чтоб покороче. Пойдем. Не-не, вдвойне не надо, это коротко. Сильно далеко не тащи, чтоб не врюхаться там. Попробуй навеску поднять. Мишань! Хорош! Дал бы на вес. Страшно мне. Ну конечно, да вот за этот угол, да. Зацепим и вот сюда куда-нибудь на. Да, это коротко, надо подлиннее. Надо дернуть так, чтобы не ослаблять, понимаешь? Да, натяжкой. Чтоб ему вариант сковырнуться не было. Давай еще, еще, Миш. Вот туда надо. Вот как не, вот так встать надо. Давай, давай, ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Поворачивай. Вот. Даже дохуя. Вперед маленько. Давай так, да. Ровнее, ровно, ровнее, ровнее. Давай, давай, давай. Хорош. Хорош. Слышь, да? А я не смогу, мне, блядь. Да, да, сейчас. Так вон этого сейчас засадил. Что, блядь? Нет? Чё, Миш? Чё ты смотришь-то? Мишань! Подожди. Нет, Миш, нет. Его надо цеплять за верхнюю, чтоб если он будет ковыркаться, то ты этого поставишь, держать, а то и ты его быстрее ковырнешь с той стороны. Миш, Миш. Я не знаю как, но надо, блядь, так, чтобы она оттуда не вышла нам. Нет, запряв в петлю, вот так, да. А тут тогда этого не хватит. Тогда давай на удавку, нахуй. В петлю пихай, нет, неправильно. В петлю в ухо туда, во! А он, блядь, широкий. Не влезет, да? Все включено.
Что, страшно? Так, ну все, наверное, на этом. Что тут больше ничего интересного? Вон и пусть замяло нахуй. А, снимай. Да это у них уже. Эксклюзивное видео. Учитесь, как ездить надо, блядь. То, как у нас Игорь, блядь, тот маленькую ямку увидит, блядь, обязательно в ней заебенится. По самую, блядь. Я проеду, нахуй, блядь. А тут хуже тут труба, блядь, нахуй. Тут, блядь, дворник, нахуй. Вот куда, если б я уебался? Думаю, что мы все, положил бы у капитана. Да. Здесь как улица. Хорошо так, что он просто, знаешь, он не засел там. Сука, он просто провалился туда, блядь. Я, главное, ехал, ехал. Ну тут ехал. Глубоко, да? Ну здесь вот, вот эти вот идут, это конфеты, ну, трубы раньше лежали, а труб сейчас тут нет, они лопнули нахуй. И вымыло это все. Да, и вот, видишь, хуйня какая. Бобриная вот эта пидорас, он, видишь, она творит. А как туда проезжать? Куда? Вот туда, на то поле. Тут же косят, вон там покосно. Вот, блядь. Дорога, ебать, еду вот. Они-то хули на квадроцикл, шморк-шморк и пролетели. Все тут ехать? Хуя, вот на таком долбоюбе, да. Да, блядь, я-то не думал, сука, что тут такая хуйня, да ебаный в рот. Я думал, что тут ямка-то нахуй, хуйня, все, проеду нахуй. Да, отходи. Нет, сейчас нет. Будет, блядь. И ямка, блядь, тут целое, блядь, болото, а не ямка. Я такие ямки. Туда, телегу. Въебу нахуй газ пол, видимо, сноли, ну, по приборам, нахуй.
заебал, у меня вылетает, блядь. Колесо надо качать, как это. Шланг постоянно, как это, блядь, заебал. Снимай, давай сейчас телегу зацепим.